В зале присутствовали работники и ветераны гражданской обороны, а также студенты Нефтекамского машиностроительного колледжа. Многие годы оповещением населения и предупреждением чрезвычайных ситуаций занимается Управление гражданской защиты. Сотрудники уведомляют граждан об опасных погодных условиях, обучают нефтекамцев правилам поведения в случае нештатной ситуации. Недавние масштабные учения стали доказательством тому, что гражданская оборона является мощной системой, способной защитить население практически от всех напастей. В городе в ряды ведомства входят сотрудники МЧС, специалисты предприятий, пожарные и все те, кто связан со службой спасения. Лучшим из них вручили благодарственные письма от имени администрации, наградили и ветеранов гражданской обороны Нефтекамска. В современных условиях, характеризующих появление вооружения нового поколения, обострением угроз локальных войн, а также терроризма, применение сил и средств гражданской обороны является эффективным средством защиты населения и территории от опасности. От имени всех граждан и как руководителей гражданской обороны города сердечно поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам, чтобы ваш профессионализм, творческий подход к делу помогали и дальше защищать население от всех угроз и возникающих опасностей. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия.